Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня уже 24 апреля. Вот вчера я начала работу с тоннелями. Я показывала вам, как я копаю грядку. Сегодня продолжила работу. И сейчас вы видите, что растения уже у меня высажены. И я рада, что удачно выбрала дату высадки, потому что погода теплая, несмотря на то, что ветерок. Сегодня попрохладнее, чем вчера. Видите, что я одета уже. Я сегодня сняла видео отдельно, какие сорта высаживаю, потом отдельно, как я делаю выемку грунта, чтобы каждый видеоролик был небольшой, потому что кому-то нужен только сорт узнать, какой я высадила, кому-то нужно какие-то более мелкие подробности. Потом я из всех этих коротких видео в конце сезона сделаю пошаговую вот такую инструкцию. Тот, кто хочет посмотреть, посмотрит все от начала до конца, как я сеяла, как выросла рассада, как я вот сейчас посадила, потом еще сниму, как буду закрывать пленками, все-все это расскажу. И если у кого-то есть желание именно подробно изучить эту информацию, как всегда, комментарии, кто-то молодец, мы тоже садим, кто-то да это безумие, но вот такой у нас, такая погода в сибирском регионе, многие говорят, что ждите, когда будет тепло, ждите, когда... Но по прогнозу до середины мая у нас будет очень-очень холодно. И если мы будем ждать очень долго, то потом мы везде опаздываем, не успеваем. Вот завтра по этому же методу буду высаживать свои томаты, тоже в такие же тоннели. Сегодня пока что высадила только демидов. Настеньку буду потом, после обеда, высаживать. И сегодня одновременно с этим я еще высажу немного томатов в теплицу, тоже вам покажу. Пока что погода благоволит нам, позволяет высаживать все. Но тут главное успеть их прикрыть до наступления холода, потому что в воскресенье уже будет ноль на улице у нас. К этому времени они должны, корневая система, сцепиться с грунтом, то есть они уже будут менее уязвимы. Вот сейчас они просто стоит палочка в земле, никак она не связана с грунтом, и если бы сегодня было очень холодно, оно уже ей было бы плохо. Сегодня будет тепло, завтра будет тепло, послезавтра будет тепло. За это время они успеют сцепиться. И это будет уже большой плюс, тем более будет им там тепло. И потом они, надеюсь, выживут. Следующую серию вот этого сериала вы посмотрите завтра. Завтра покажу вам, как закрываю, какими пленками. Сериал растянется надолго, потому что в один день я не успеваю все сделать, это естественно. Вот будете смотреть каждый день по серии. До свидания. Желаю всем, кто вот хочет, например, попробовать. Я вот одной сегодня девушке писала, присоединиться к этому эксперименту. Пожалуйста, первый раз сделайте небольшую партию. Ну, 10 или 20, это нетрудно. Посадите, закройте, закопайте землей. И вы посмотрите, если вам понравится, если все хорошо получится, на будущий год можно сделать какую-то побольше грядочку. Естественно, я тоже начала не с такой грядки в 1000 штук. Тоннель был первый, намного меньше, поверьте. До свидания.